Ребят, всех приветствую. Был вопрос такой, просили снять видеообзор на подъемнике, на которых мы работаем. Сейчас немного покажу и расскажу о них. Всего у нас их 4. Вот этот, который первый, немного отличается от остальных. Работает все от сети 380. Здесь вот в чем отличие. На каждом из столбов стоит двигатель. Здесь и здесь. Подъемники у нас винтовые. То есть все эти лапы, обе стороны поднимаются по винту потихоньку вверх. Наверху стоят доводчики. При соприкосновении лапы с ним подъемник выключается, выше он не поднимется. Так же самое и внизу. Приводится в движение цепью. То есть двигатель вращает вал. При помощи цепи. Следующие три идентичны. Здесь у нас на одном столбе стоит двигатель, ременной привод. С помощью ремня уже от двигателя передается крутящий момент и поднимает, опускает наши лапы. Также стоят доводчики. Здесь удобно тем, что лапы шире. Под разные пороги можно поставить на автомобиле. И плюс регулируется высота. Грузоподъемность у таких подъемников 3,5 тонны. Ну, поднимаем паркетники Kia Sportage там, тому подобное. Больше не рискуем. Валы постоянно смазываются. Есть у нас тут специальная балея такая. Заливается сюда отработка. На второй столб переходит крутящий момент с помощью цепи. Вот здесь есть шахта. Сейчас я там сдерну. Посмотрим. Там тоже стоит цепь. С помощью нее передается на вторую сторону. Обе стороны синхронно поднимают машину. Вот я снял защиту. Вот у нас цепь. Внизу на каждом из того стоит по шестерне. По ним ходит цепь. Натягиваются они перемещением. Откручиваются эти гайки. И вот есть специальные натяжители. Можно регулировать. Из неисправностей встречались с тем, что рвал вот цепь, ну, зачастую на замках. Выходил со строя подшипник здесь внизу столба. Нужна была замена. Захрустел. А так, в принципе, очень хорошие, надежные подъемники. Кто боится того, что, наверное, вопрос каждого из тех, кто приезжает на ТО, а не упадет ли она? Не упадет машина на подъемнике. Будет стоять, можно даже вот у нас висит одна. Ее бывает такое, что запчастей нету или какой-то серьезный ремонт, 2-3 дня висит, никаких проблем.